Фух, здорово всем. Так, попробуем сегодня вот так вот. Не знаю, как будет слышно. Потом проверю. Мне кажется, будет не очень. А, это я уже поднял, да, эти. Поднял свои кости. А вот сам пока не поднялся, да. Угу. Моя остановка, да? Понятно. Да ладно, ладно, ладно. Ничего страшного. А как слезть-то вообще? Я не понимаю. То есть я должен стрелять с этой буду прям. О, слез. Да. Ух ты, ух ты, ух ты. А там что еще? А там этот проезд. А там еще, кстати, что-то есть вкусненькое. На этаж ниже. Ой, ничего себе, тут упасть еще можно, блин, да что ж такое-то? Блин, дозавр какой-то. Так, 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 так. Пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Где? Где турель? Вообще я не вижу. Вот она. Все что ли? Вот это не бомбочка. Это обычная фигуренька. Где? Ой, ой, беги, беги. Ты дурак какой-то. Я не хочу так жить. Да. Блин, а вот фига ли тоже делать? Как? Откуда здесь турель? Почему ее сейчас не было? Офигеть. Офигеть. Откуда она там? Люди. Блин, я подожду пока, короче. Я вообще не понимаю, что происходит и почему так. Бум бай бум диги бай бай. Банят меня за песню в чате. Отзыв охраны, окей. То бишь я теперь могу спокойно жить, правильно? Вот, сейчас нету турели никакой. Отлично, только мне не на этот этаж, блин. На следующий. Так, да. Нету ничего. Так, ну все вроде. Сейвили тут. И погнали. Не-не-не-не-не-не. Да как? Зато я теперь знаю, где это. Все. Буду смертями определять, где туалет. Гениально. Фух, кто любит зеленый чай? Ой-ё, опять чуть не упал. Да что ж такое-то? Видимо. Блин. Видимо, после тренировки у меня. Все валится из рук. Три Фауста. Это хорошо. Ну мы тогда просто можем захардкорить здесь. Да как опять ты? Что ж такое-то, а? А, вон она. Минус один. Охранник умирает. Минус два будет значит. Блин. Последний. Да иди ты. Лови. Хорошо зашла. Ой, хорошо зашла-то как. Еще что ли?
Да что ж такое-то? Блин, у меня просто не было шансов тут, я понимаю, без этой. Я. О, минус. Все. О, я, кстати, понял. Когда вот эти вот пропадают, значит, турелей больше нету. А как я эту снес вообще? Она тоже поднималась, что ли? Ничего себе. Блин, она бы поднималась и стреляла в меня. Ну, гениально вообще. А тут только по птичке. То есть тут вообще жизни нельзя потратить, понимаешь? Конечно. Нужно я с собой трофей возьму. Ого. Это как? What? Это как было вообще? Не, ну без смертей нереально пройти, если вот такие вот баги проявляются порой. Просто едешь, как бы, потом начинаешь говорить, что, блин, смерти не было, ребят. Ну а как? Зеленый. Зеленый, значит, едем. Красный свет, хода нет. Чё-то там зеленый. Так, а я птичку взял? Почему мне 86? Да все. Я думал, у меня сатен. Воу, разогнался-то. Ну, здрасте. Переместился, блин. Как будто специально. Я вот прям хотел, да? Что ты, зараза такая? Как идти вообще? Какую-нибудь бочку, может? Нет, это не блин, ну это бред какой-то вообще. И вагонеточка уехала. О, вагонетка здесь. СКП. Здрасте. А ты что, так умер, что ли? Я даже не понял, что ты умер, но... Офигеть можно. Вот, я хранил. Нет? Да. А его нету. Пулемет какой-то был, что ли? Он сюда пришел. Вроде пулемета нет никакого. Интересно. Интересно, девки пляшут. Так, там надо дверь открывать. Но мне в любом случае сюда. Даже к гадалке не ходи. О, как? Вот так на. Поняли все? Ха-ха. Keep emergency stations free of hazards. Здрасте. Вортигонт. Вортигонт ранен, там война прям идет. Блин, прикольно. Ого! Ого! Вот это попал. Блин, я тогда с вами буду воевать, раз уж вы такие негодяи.
Ого! Блин, прикольно. Вообще войнушка-то у нас. Есть что-то желающее со мной познакомиться? Иди сюда, красавчик. Вижу тебя. Уё, блин, так клёво было. Тьфу ты. Блин, на сложном левеле реально прикольно. Они хоть воюют. Здорово. Офигеть, сколько вас. Чё, сдурели что ли? Офигеть, вот эти вообще очень крутые. Блин, мне нравится с вами воевать, ребят. Вы знаете просто, что я это. Ух ты, мне как повезло сейчас. Мне сейчас так повезло. Нет! Блин, правой кнопкой нажал случайно. Блин, это вообще не убить. Чувак, с тобой лучше издалека перестреливаться, я уже понял. Ты издалека хоть покосее немножко. Так, все, стопэ. Хватит. Блин, какая перестрелка, сколько смертей за раз, блин. Но было круто, ребят, вот честно. Ой-ё, вот тебя сейчас только не надо. Сейчас меня даже ветром сдует. О! Just when I was starting to feel lonely. Слушай, тебя за это надо просто... Блин, переиграть этот момент и к нему всех завести надо, да ведь? Ребят, кто так сделал? Кто бы так сделал? Хотя он мне тут много всего дал. Почему я не могу взять кто-то в руки? Так. Пойдем куда-нибудь? Пойдем. Да, давай, прикрывай меня. Такой смелый. Ты самый смелый человек, которого я когда-либо видел. Ну, кстати, помню это место. Давай, стой. Я помню это место. Ребят, у меня вообще хп нету. Можно что-нибудь мне дать? Мне как-то больно очень. Слушай, а ты будешь что-нибудь делать-то? Блин, там еще... Офигеть, он вообще не стреляет. Офигеть, он вообще бесполезен просто. Нафиг так жить. Тут вообще война. Я так выжил, кстати. Блин, я выжил почти. Надо я так где. Какой-то трэш начался вообще. Ой, все брызжит. Чувак, ты бесполезен. Ты просто очень больно палочки. Приятно тебе это осознавать. Живи с этим. Ну я вот не могу просто водой напиться и все. Пустые бутылки, потому что понятно. Так, где этот крабус? Вот он. Здрасте. О! Конан Фримен. Это как? А зачем такая штука? А, это душ. А почему души и коробки рядом? Вот это вообще как? Ну хотя, наверное. Нет, он рабочий. Вот. А куда вода уходит? А, вон она куда уходит. Слушайте, кто-нибудь видел душ вот так вот прям? Заходишь прям вот так вот, и тут душ. Блин, по-моему, гениально. Чисто в коридоре душ. Блин, круто. Так, погнали, будешь там
All right, let's go. Блин, я даже не знаю, что сказать тебе. Ну, стой. I'm waiting right here for you. Блин. Что я думал, что буду что? Ну-ка давай, потащи тележку. Ready when you are. Не-не-не. Lead the way, sir. Покажу, пойдем, покажу кое-что. Прям как весело. Там еще очень клево. Офигеть. Что, надо их убивать, пока Вартигон жив, что ли? Отмочили все. Тут, кстати, такие хеды были прикольные. О! Подожди. Кто бы сомневался. Что будет? Блин, а что, все что ли? Дробан возьми его. И так дробан. Возьми второй. Будешь двумя ходить сразу. Смотреть все. Так. Тут чего? Тут ничего. Понял? Чего? Воу. Ты уже? Умирать? Нифига ты! Красавчик! Воу! Воу! Вы посмотрите на эту стойку! Как он это сделал! Слушай, ты отстреливальщик. Как они называются? Или какое-то название есть? Напишите, как называются эти штуки. Я забыл. Ну, естественно, ничего нет. Как конечно. О! Да у тебя шансов нет против нашей. Да капец! Чё за? Чё за шиза? Такой точный. Крайней жизни. Жип. О, как ровненько. Прям. Прям я знал просто. Я знал. Где ты, друг? Ты вниз ушел, что ли? Ладно, ты. Где он? Да как бы фиг с ним, конечно. Абсолютно вообще не срать меня. Чё, выйдет кто-нибудь там? Двигатель. Это, видимо, какая-то конструкторская база или что-то типа того. И что за король богатый? О! Что ты так появляешься? Хорошо, тебе, наверное, надо с Копперфилдом работать. Паре. Воу! Скот! Скот! Так это не скот был. Но! Пью-пью-пью! Пью-пью-пью! Блин, что за неудача-то за неудачей? Ну сегодня прям вообще все сыпется. Ха-ха-ха-ха! Четко. Где второй? Подружка? Нет подружки тоже, что ли? Так вот. Гениально. А почему они, блин, это не люди такие, короче.
Почему они не остановились? Надо юзы сказать появится. Рядом со мной. Вон они. Где? Нет, не контакт. Да не контакт, ну что за контакт-то, блин? Блин, а. О, вот я не слез. Да не хочу, потому что, блин, жизни нету нифига. Так вот, его же видно должно быть. Не видно, ни черта. Где? А, это пыль. Я вниз, короче, пойду. Да, ракета. Снова. Сборная ракета, вот, видимо, ее мы и будем запускать, я надеюсь. Хотя не факт. Вот уж не факт вообще. Там была ракета уже на Work Platforms. Что-то там. Contact. Окей. Okay. Убивайте меня. Убивайте меня, а я буду смотреть. Не видно никого вообще. Пацаны, я здесь. Блин, почему вот я к ним должен подниматься, а? О, вижу. Ну он прям с этой стреляет, значит. Ну это не лезет. Он будет ходить стрелять. Кто еще? Сюда. Морпех ранен. Морпех убит. Как вот я сейчас заползал. Ну, представьте только себе, как он задом. Блин, чем он держался. Оу! Пацаны, я пошутил. А нижнюю тоже надо открывать? Не факт. Что никто не встречает? Где мои? Где? Where? Where is WhatsApp? Да ладно! Вот так вот? Вот прям по-читерски вот так вот? Офигеть! Да без шансов вообще. Какие вообще жизни, о чем? Офигеть. Все, первую-то я не закрыл. Ха. Ну да, это то место, значит. Если так присмотреться. Но оно сделано круче гораздо, конечно. Так, это не выбрасывать. Это не выбрасывать. Хотел я уже это все выбросить, но не выбрасываю. Макита. Макита, да, это. Блин, я не закрыл. Офигеть. Надеюсь, их можно открывать. Я так и думал, что надо закрыть. О, отлично. Для гениев вообще задачка просто, блин. Надо было, конечно, остановиться. Но я думал, я умру совсем. Начну заново, как обычный человек. Я не умер. У меня целых 16, да, хп. Да, вот. Все, сейчас мы запустим ракету. Ракета полетит в космос. А, надеюсь, с ней полетит. И этот перевязать бы его. Знаю, что он полезное сделает, ну просто полетит. Так, ТП. Такой. А куда, направо? Ну-ка, сейчас будет интересно. Да? Окей, все работает. И теперь вуаля. Блин, клево же должно быть, да? Не бежать нахуй. Блин, мне бежать куда-то надо по-любому. Что сейчас скипит вообще? Вы чё? Эй, я не должен здесь оставаться. Нет. Тут же сейчас будет.
Она ж, блин, ё-моё, забежать. Мне некуда бежать. Выключай! Выключай скорей! А, ну она еще на постаменте, никогда не пьет. Блин, ну так тоже видно. Сейчас я должен поджариться. Ну прикольно сделали. Гораздо прикольнее, конечно, чем там, в этих во всех спидранах. Давай, удачи, короче. Зачем мы, кстати, эту ракету запускаем? Кто знает? О, как кнопочку залез. Что, надо нажать? Давай. Rocket ready. Нет, rocket ready. А, вот сейчас надо вниз спускаться. Ничего. Как ее уже закинуть-то? Во небеса. Ну тут ничего не нажимается. Всё. Так, я думаю, мне надо спуститься теперь обратно. И не пусть, оказывается, работает. Я думал, надо будет что-то чинить. Подождите, а я сейчас никак не спущусь. Здесь же где-то вход-то был как раз через этот. Ха. 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 Что делать? Так. Задумался. Значит, ракета поднялась, но она не хочет лететь. Нужен запуск. Кнопка запуска, по идее, вот она, но она не работает. Окей. Так, что мы делаем тогда? А, ну можем спуститься. Спускаемся куда-то. Ага. Ага. Она будет ждать, пока я уеду. Окей. Все как подумано. Жалко, что не вижу, куда она полетит. Немножко неправильно, не думаете? О, да. О. Синяя жидкость. Перезеленая жидкость, да. Живительная сила. Зеленой жидкости. Так, здравствуйте. До свидания. Давай, до свидания. Так. Ага, вот у нас списочек. Это мы можем вычеркнуть, что-то я. Так. О, моя любимая. Здрасте. Никого? It seems very interesting. It look like засада. Really? Засада? Воу, тихо! Стою! Блин, нифига не. А что, перестрелки не будет? Вы что, меня не подождали, что ли? Уехали. И чё? Стой. О, сами уехали. Как он меня, блин, попал? Он реально знал, что еду. О, здорово, вижу. Воу! Иди ты! Вот прям вот так будет? Офигеть! Это что за фугас? Я буду защищаться, вы что думали? Блин, не вижу никого. Вообще не вижу ничего. Он же там сидит. Что за фугас? Ой, я его убил. Здорово. Здорово. И тебе здорово. Блин, ты самый меткий, что ли?
Воу, нифига, он не тут точный какой. Все, нету. Офигеть, он мою штуку взорвал. Стой! Стой, взорвал все нафиг. Появились. Почему это нельзя? Блин. What? Да. Вот прям вот так вот. С ума сойти. Я удивлен. Ой, я готов пострелять. Давай. Че еще кто? Блин, а что так мало-то? Вообще ни о чем. Вообще ни о чем. Ха. Кстати, взрыв бочки стояли. Нифига. Плюс хп. Отлично. Как-то тут нелогично. Вот эти стоят. Хотя с другой стороны. Почему бы нет? Их поставить по-другому, блин, другой будет возникать. У меня так жизни расходуются. Ну, по-другому будет расходоваться. Ну, да, все-таки. Разрабам виднее. Так. Здрасте. So, who is this guy? Freeman. They say he was at Ground Zero. The science team. Yeah. What, so you think this guy is responsible? Sabotage, maybe. Yeah, maybe. All I know for sure is this guy's been killing Marines. Oh, yeah. He'll pay. He will definitely pay. Вообще вот эти штуки, конечно, логично стоят, они все стоят перед какими-то важными местами. Блин, капец, ну как так-то? Почему я подкоцался? Пишу, ну хера тень, а то, блин. Здорово. Че спрятался-то? Че, один что ли? Где еще пацаны? Вижу я тебя. Где еще пацаны? Да вижу я тебя, блин. Дай со мной баллы. На. Там, веселись. В любом случае, веселись там. О, набежала. Вижу, вижу, вижу. Блин, прикольно, вот револьвера мне побольше. Мне бы только револьверных патриков. Ох, хорошо. Все что? Ой, еще одного вижу. Блин, дай вижу. Да как вам попадать-то, муравьи? Блин, и фаустов нет, а? Фаустов-то почему тоже нет? Это трупов, блин, валяется. Что они в перестрелках не очень? Пацанчики-то ваши. Тянут дальнюю дистанцию. Нет. Сейчас он себя зарекомендовал. Я Рэмбо. Ну, по ногам.
Интересно, что он бежит, а стрелять не может, как будто бы, блин. Кто же где тут? Он пишет. О, еще один. Что-то я рано расслабился, получается. Там еще пацаны, как бы, хотят поговорить. За жизнь. Че, ты не пойдешь сюда? Да. Прям вот так вот. Блин, на лоб, пулемет взять, конечно. Гранат нет. Ничего вообще нет. Где ты? Ты лежишь? Не понял. Не вижу. Где? Да, брось. Воу! Вот это ты кинул. Вот это хаешка. Вот это хаешка. Хаешка, они кидают, блин. Получится бы каждому вынес. Fire in the hole. Воу, она здесь прям. Так, ладно. Убаловались, хватит. Где-где-где-где-где-где. Блин, опять сюда надо сразу пойти. Кто не выйдет. Кем поиграть? Так, ну прикольно. Эта вот ракета выехала. Офигенно они сделали. То есть они растянули вот эту маленькую часть, где там, блин. Вот я. Где там реально люди просто за. Блин, за минуту, наверное. За 3 минуты проходит. Ой-ой-ой, 10 минут. Вот что тут. Так, ну мне очевидно понятно, куда. Очевидно, очевидно, невероятно. Ну, кстати, там нет. Интересно. Так, ну пойдем. Здесь еще, кстати, должны быть. Сколько стоит? В первой халфе были. Дубинки. Опа. Дайте. This damn operation anyway. Ну да, там тоже двое было. Блин, други. Это планета Земля. Куда в итоге летит вот? Это спутники. Три спутника летают по своим орбитам. Не должны врезаться. Надо рассчитать так, чтобы они. Воу, нифига. Чтобы они не врезались друг в друга. Ученые сделают что-то, а военные потом разрушают это все вещи. О, отсюда смотреть можно будет. А, блин. О, нифига, прикольно. Красота! Блин, как сделали круто, а? Офигеть. Супер. Давай. Запускаем ракету. О, она как будто бы отклонилась, да, немножко? Офигенно. Ну как-то оно, да, видимо, так действительно. Смотрите, какая многотонная махина. Офигеть просто. Такое должно преодолеть расстояние, да? Так, а мы увидим, как она летит, где вообще она летит. Не увидим нифига. Нам не показывают. Блин, жалко, что не покажут, куда она вообще полетела и надо ли это вообще было. Никто не вылез, никто не вылез, всем пофиг. Всем пофигу. Стул с собой возьму, да. Ну, очень жаль, что... О, там нужно доктора вести. Что там, продвижение было? А что, мне там не откроют, получается, да?
Обратно летит. Дымущий силос. Ну прикольно, сделали в любом случае. Так, куда идти-то дальше? Да, вроде. А, там надо было вернуться. Мы здесь тоже надо вернуться. Это нелогично вроде, да? Чуть-чуть нелогичненько так. Вернуться и типа ехать дальше. Да, вон оно открылось. Может, конечно, не вернуться. Туда я еще не ходил. Воу! Блин, а че я иду такой? Забыл, что по зоне отчуждения дохожу. Не прыгай. Расстояние у тебя недостаточно для прыжка. Еще один. Какашечки маленькие. Оо! Хаешки. Обожаю хаешки. Поехали! Там уже никого даже нет. Чего? Так что-то бегало. Там закрыто. Да не хочу я туда еще, блин. Подожди ты. Где зомби? Я весь во внимании. Внизу что? Внизу зомбак, да. Внизу. Так. Наверное, мы с вами на этом прервемся все-таки. Время есть время. Его надо расходовать по-разному. А, вон зомби вижу. Друган, смотри сюда. Блин, он ускорился. Ир. Так, на этом мы с вами закончим. Всем спасибо. Надеюсь, слышно было нормально все. Всем пока.